Друзья, смотрите, 20 градусов мороза, а у нас здесь вовсю идет интереснейшая работа. У нас здесь режут по льду. Я вам скажу, что сейчас в мире это признано настоящим искусством. Проходят очень большие выставки, проходят очень большие фестивали. Поэтому 20 градусов с таким весом не замерзнешь. Олег, дорогой, расскажи мне вообще, добрый откуда день, ты тут взялся? С новогодним, наконец-то, праздником, с 19-м годом вас, мои дорогие, любимые пестяковцы. Ну, мы его знаем, это царский гриб. Царский это гриб, нижегородские, да. Пилы. Горьковские пилы. Горьковские пилы, да. А теперь вот видите, он у нас решил такое нам искусство подарить. Нижний Новгород приехал к вам подарить, да. В этом году я решил что сделать. То есть приблизиться больше, более профессионально, что называется, к работе со льдом. Потому что все наши коллеги, которые речки бензопил, они зимой переходят на снег или на лед. Ну, также, конечно, с деревом остаются работать. Эти мысли у меня уже были. Поэтому в этом году я привез фуру льда из Перми. То есть вот этот лед, он из Перми. Из Перми? Из Перми. О, ничего себе. Ну, надо сказать, эти опыты вообще идут уже лет 200 при Екатерине. Да, начались, да, эти работы со льдом. Есть даже книга «Ледовый дом». 200, ну, то есть там Голицын, по-моему, ставил, не помню. Ну, то есть это издавна идет. Ребята работали с томесками, топорами раньше. Это мы сейчас работаем, мы, в принципе, выполняем то же самое, только другим инструментом. Более современным, он более быстро делается. Ну, действительно перешло в искусство, я не ошибаюсь. Конечно, это искусство, мире, да. Это своя субкультура, речка бензопилой. То есть стараемся все работы выполнять только бензопилой. Ну, где-то там шлифануться бывает. Да. Ну, какие-то еще другие есть инструменты? Ну, да? Есть, конечно, но основное это бензопила, конечно. Да, вот, правда. Ну и приехал, то есть предложился. Поскольку у меня этот серьезный опыт, я решил в этом году сделать со льдом, чтобы в прошлый, на следующий год, на следующий зимний сезон, уже подойти очень-очень с пониманием, с работы со льдом. Как он, какой лед надо брать, как его резать, как его стыковать, потому что выложить стену, здесь 5 тонн льда, вот в этой стене. Да, 5 тонн льда, потом как его состыковать правильно, как с ним поработать, то есть какой инструмент наладить в следующем году. Вот, поэтому пришел, приехал к вам, соответственно, так, как бы и презент, и для вас, и презент, да, будет.
Ну и к вечеру посмотрим, или к завтрашнему дню посмотрим, как оно у нас получилось. Ну что у нас тут должно быть? Ну, барельеф, я люблю пестяки. Я люблю пестяки, люблю это в виде... Ага, сердце, да. Сердце проявляется, да. Всегда все работы видны, оцениваются, конечно же, по окончанию. Потому что, когда идет процесс работы, ну, абсолютно непонятно. Конечно, непонятно. Ну, нет, ну, понятно, посмотрим. Но... Да. Просто на солнышке тоже больно. Да, я люблю пестяки. Здесь будет у меня часы. Новогодний со стрелкой показывает какое-то время. Здесь будет елочка. И постараюсь еще сделать с Новым годом 2019. О, ну это и совсем мелкое. Да, и соответственно будет подсветка. И будет вечернее время суток, будет очень здорово. Ну работаешь штилями, я гляжу, да? Работаешь штилями, да. Вот целых три. Да. Аппарата. Да. В зиму тоже работают эти пилы. Да. Кстати, лед добывается тоже пилами обыкновенно. Из прудов, из рек. Почему из Перми? Потому что, во-первых, там погода позволяет раньше добыть лед. Лед намораживается в толщине нужной, 20-25 сантиметров в толщине. Вот. Поэтому там из Архангельска, из Иркутска тащат лед фурами. И цвет у него, конечно, он прозрачный. Голубоватый, он будет идеально белый. У нас коллеги приезжали в Нижнем Новгороде, делали, из Волги доставали зеленоватый оттенок, очень серьезный там, то есть не тот лед. Поэтому я потратился, купил этот лед и теперь экспериментирую. Ну а какая его пила, подо что идет? Это у нас вот большущая. Это мощная пила, которая идет на грубую обработку. На обработку. Да, это самая мощная пила, да. Тяжелая, 6 килограммов, по-моему, она, или около 7. Ну, вообще за работой не замерзнешь. Люди приходят и говорят, а как ты так, тебе зачем это надо? Я говорю, ну надо. Да. Мне вообще хорошо. Красиво, конечно. Эта пила самая основная, тоже основная, маленькая. Потому что она идет с специальной шиной для уже тонких деталей резьбы. Ага. Ну и 180-я пила, она как бы такая среднячок, легкая, мощненькая. И я ее даже раскрасил, она единственная в мире у меня в хламе. О, точно. Я ее, да, в Семенове мне ее ребята раскрасили. Здорово. Вот, но замерзают. Если вот эта мощная пила, ей пофиг, потому что же туда льдина накапливается, пыль, она тает там, и потом быстро схватывается на морозе, замерзает. Вот эта пила, ей пофиг, она работает и работает. 180 в этом плане капризная. Эту я еще особо не пробовал. Это уже на детали накатили. Это на детали я оставляю. Да. Понятно. Ну что, посмотрим маленечко, как еще работаем, да. Как у нас тут все.
не завезет никогда. Оборудование, а мастер Олег, видать, только разогрелся. Мы посмотрим вечером, что у него получилось. Я думаю, у него получилось очень хорошо. Получится очень. А вот раскраску применяют в этих или нет? Я вроде бы встречал раскраску, но заглушает свет, но тут да, свет работает с тенью получается. То есть краска заглушает, и поэтому идет на тени, на контрасте. То есть работает, еще пока этот вопрос мной не изучил. Хотя я уже в этом году немножко у меня льда было, я экспериментировал с этими красками, пробовал. Сам намораживал ее, то есть в лед. Ну обычно делают хорошо с подсветкой, вот такие вмораживают, тот же Урал очень этим славится. Да, ленты РГБ, да, они цветные. Я, в принципе, привез одну ленту попробовать на эксперимент. Вот. Ну, как бы это все наслед. На самом деле время. Я еще приехал сюда, я бы должен был, наверное, сегодня же закончить, даже вчера. Два дня целых у меня выпало. Я первый день начал работать здесь со льдом, к вечеру меня срубило. Вообще напрочь. Я думал, за день встану, но нет, два дня я просто в лёжку пролежался, то есть и надорвался, то есть и холодно было, то есть. Да, ну, кстати говоря, очень много ребят здесь ваших пестяковских мне помогали. Помогали. То есть я думал, кран будет у меня работать. Кран не понадобился. Мы эти блоки, которые вот рядом, да, вот вы видите отдельно, мы их носили руками, затаскивали, смогли. Ребятам всем огромные, перечислять не буду всех, но они были. Потом, когда я уже вечером оставался здесь с 5 там, до 9 вечера в работе, а я один, а мне надо еще что-то тоже, еще один блок, там, два занести. Идут прохожие ребята, там молодые, просто на елку приходят, говорят, глядь. Я говорю, ребят, давайте поучаствуем в создании ледовой скульптуры вместе. Они участвовали, они мне помогали, жители. Кто-то сказать, что поучаствовали. Конечно. И Дом культуры тут тоже помогали мне. Разместили меня здесь, молодцы. То есть тепло у меня есть, погреться, оттаиться, есть где. Инструмент сложить, есть. Это, конечно, хорошая, очень огромная помощь в этом плане. Она необходима. Ну и в заключение такого творческого человека, что пожелаешь пестяковцам? Ну, наверное, традиционен буду в своих пожеланиях. Что я пожелаю? Процветание края, чтобы всем, знаете, своей всей солидарностью, своими руками, своими трудами, воспитанием детей, поколения молодого, все это помогали развивать свою землю, свой край. Наверное, только так. И всем, конечно, чтобы у всех было здоровье. Вот. Ну и встречали, отмечали, дружили, опять же, помогали друг другу всегда. Ну и меньше роптали на кого-то, на чего-то. Делайте, ребята, все сами. Только ну, от вас все зависит. Тут написано, я люблю пистяки. Уже есть чуть-чуть к пистякам? Есть, конечно. Я надо сказать, я же года 3 назад здесь была в Нижнем Ландохе участок, там номер 20, не помню, 6 или 7. Я хотел его еще приобрести, помнится. Да, то есть я поэтому к пистякам, особенно к Нижнему Ландоху, я не первый раз в этом году приехал, ребята. Я уже бывал здесь, и 3 года назад первая поездка была, и приезжал раз в 5 подряд, то есть изучал все это и познакомился уже с людьми. Ну, то есть ничего, край у нас хороший. Хороший край, ну, конечно. Ну, спасибо, Олег, тебе за таёжный, все твои труды. С людьми, спасибо. За нашу радость, которая твоих трудов. Ну, и самому тоже здоровья, радости, успехов. Ну, и денег, как говорят, побольше. Это тоже нужно будет. Всего, спасибо, всего доброго. Значит, закругляться я вечером.
тебе банки привезти? Есть он небольшие. Может, ты вот эти пучки как-то попробуй. По цвету, да? Можно попробовать. Ну, у меня, давай с квартиры сейчас банки привезу. Давай. Ребят, как вам буквы? Красиво. Красиво. Девочки, вам нравятся буквы? Да. Да? Очень красиво. Ребят, нравятся вам буквы? Да, да? Надпись. Нравится вам надпись? А? Нравится надпись? Если честно, это дерьмо какое-то. Деньги не кидают. А он бесплатно сам делает. За свой счет. Честно. Вот такой мне. Друзья, все. У всех вопрос, сколько это стоит? Как? Сколько это стоит? Я только экспериментирую. Еще раз говорю, подарок это вам, ну, стоит дорого. Ну, главное, чтобы фантазия была. Ну, стоит, я как понимаю, для тебя дорого. Да, творчество. То есть это ты заплатился. В данном случае мы о чем говорим? Это подарок пестяковцам, для нас бесплатный. Да. Вот так. Да. Ты сам заплатил эти деньги. А, все понял. Да. В этом вопрос. Да. Да? Да. Нет, это на самом деле. То есть я купил фуру льда. Фуру льда. Позвонил своему другу, который Александр Александрович Самышин. Я говорю: Александр Александрович, у меня есть идея сделать изо льда
пестикам, поскольку меня уже здесь знают, изо льда вам скульптуру, как бы в качестве подарка, презента. Он говорит: Олег, это будет очень здорово. То есть вот так мы, в общем-то, и договорились. Ему это ничего не стоило. Ему это ничего не стоило. Это стоит наших отношений, сплоченности и дружбы, так сказать. Дружба. Ну ты, Олег. Вот, Олег, давай представься хорошенько, кто вот ты. Ну, я Варловский Олег Юрьевич. В прошлом, недавнем, бизнесмен, а еще ранее спортсмен, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, поэтому я люблю снег и сугробы, и лед. Вот, сейчас я перешел где-то в 2014 году, я начал увлекаться вот резьбой как хобби, но понял, что это идет как основной заработок у ребят, у коллег, субкультура. И этим теперь уже очень часто и в основном начинаю заниматься. То есть в этом сезоне я купил, еще раз повторю, фуру льда для того, чтобы поэкспериментировать, чтобы в следующем сезоне уже подойти с профессиональными навыками к резьбе скульптур, городков, там чего угодно изо льда. То есть это для меня и эксперимент, в общем-то, для следующего зимнего сезона. А номер своего телефона помнишь? Номер помню, еще голова не заледенела. 920-069-0022. Ну, звоните, обращайтесь, ребята. Всех люблю, всех с Новым годом. 18-й год был хороший год. Да, не всегда хорошие годы идут, все хорошие дни. И всем успехов. Как вам изображение? Нравится? Красиво. Что-то необычное для пистяков, да? Вот человек делает это бесплатно. Просто подарок. Ну, здорово. Да. Года помогла. Да. Она и спокойная, и даже мороз 15 градусов. Но сегодня, это я говорил. Люди, наверное, ходят и удивляются с утра до вечера. Не, ну это вообще, это даже не разговариваю. Какой ты 24 часа тут торчишь вообще. Да, да, да. Вам нравится надпись такая? Очень нравится. Да? Украшает пистяки? Очень даже. Первый раз. Ну все, друзья. Давайте я пока на этом завершу. Начну монтировать фильм. Все остальное, я думаю, что вы увидим теперь завтра. И тут тысячи будет фотографий, которые разлетятся по всему свету. Потому что и когда будете делать, все вспомните Олега. Вспомните, вот его такой подарочек нам, пистякам, прилетел. Спасибо, Олег. Спасибо, родной. Искренне. Такие люди. Я был рад с вами еще раз сегодня встретиться, вчера. Матушка пришла тоже познакомиться. Спасибо вам. Ну, успехов. Не теряйся. Мы всегда рядом. Спасибо вам большое. До свидания. На ваши отзывы, ваши пожелания. И даже приглашение. До свидания. Мы не даем комментариев.
Ну а к лету надо будет деревянную такую выпилить.